друзья, сегодня у всех любителей боевых искусств, любителей боевых правил, большой праздник. И этот праздник состоялся благодаря мужественным, открытым, настоящим мужчинам, которые поехали из шести стран. Спасибо им большое. И мы все от души поздравляем Федора Емельяненко, настоящего русского победителя. И не только потому, что он силен. Не то, что потому, что у него замечательные мышцы и реакция, а за его характер. По характеру он русский богатырь. Поздравляю тебя, Федор.